чтобы помнили, в Тюмени сегодня открыли мемориальную доску в честь первого генерального директора аэропорта Рощино Владимира Полякова. Ее установили на улице Советской, на доме, где последние годы жил ветеран авиации. Владимир Николаевич полвека посвятил этой отрасли. Почтить его память пришли родные, коллеги и друзья. А школьники выпустили в небо десятки воздушных шаров. Он говорил, что, и вот, наверное, если выйду на пенсию, напишу книгу о своих соратниках. Ну, не получилось, работал до последнего дня. Он всегда находил время для нас, и мы никогда не чувствовали его усталости, мы никогда не знали, что он болеет или не болеет. Он всегда был в хорошем настроении. Владимира Полякова не стало в мае 2015 года. По указу президента он еще при жизни был награжден орденом дружбы.